если бы вы хотели написать самое важное письмо? Кому бы оно было адресовано? Здравствуй, Пашенька. Пишет тебе мама. Здравствуй, Дед Мороз. У меня к тебе просьба. Привет, Андрюха. Как бы я хотел поздороваться с тобой лично и выпить за встречу. А у тебя мечта есть? Письмо пишу Деду Морозу. А мне-то хотелось, чтобы счастливой была я. Все будет хорошо. Надо биться, надо бороться за свою мечту. Три удивительные истории, которые возвращают веру в людей. Рядом с вами, мне кажется, что мама еще здесь. В чудо. С Новым годом! Ура! Ура! В себя. Желаю мне удачи. Удачи. Счастье в конверте. Возьмите внуков, сходите с родителями. С любовью, мама.